Volkswagen South of Ukraine Fashion Days. Організатор модельна агенція «Глянец», генеральний партнер «Автогранд Миколаїв», ексклюзивний партнер «Дім Краси» «Візаві», шуз-партнер «Антоніо Біаджи», лінджері-партнер мережа магазинів білизни «Анабель». Пригощає «РестоПАБ Мясохаус». Запрошуємо на показ бренду «Осипов». will show you the way when you're near. Here, here after my dear. Don't love me. I'm back deep and down, moving here. Here after my dear. Don't love me. I'm back deep and down, moving. Here, here after my dear. Don't love me. I'm back deep and down, moving here. Here after my dear. Don't love me. I'm back deep and down, moving here. Here after my dear. Don't love me. I'm back deep and down, moving. How did you one day made me say yeah? I will show you the way. Well, you know. How did you one day made me say yeah? I will show you the way. Well, you near. Уважаемые гости пятого сезона Volkswagen South of Ukraine Fashion Days, я рада рассказать и официально открыть уже первым показом одесского бренда Осипов наш пятый сезон. Аплодисменты друг другу и этому мероприятию. Moving here. А также отдельные аплодисменты творцу этой коллекции. Владислав, мне стало известно, и я хочу поделиться со всем честным народом, что вы готовитесь на фестиваль фэшн-фильмов в Берлине. Это правда? Да, естественно. Но на данном этапе мы решили сделать такой проект и продвигать украинскую моду дальше, за границу, так скажем. Я совместно с Lost Control Production и с Ароном Громаном, это мой режиссер, мы создали фильм, который будет участвовать в Берлинском кинофестивале короткометражек. Ну, на самом деле, вы знаете, нечего говорить, давайте просто посмотрим. И я должен сказать, что это впервые презентуется это видео. Никто до этого не видел. Встречаем. Впервые в Украине специально для вас, уважаемые гости. Let's play a little game. Let nobody else know what we want. Let's play a little game. Let nobody else know what we want. I'll stay calm when the world will fall. Oh, 'cause I know you love me. Yes, I know you love me. I'll stay calm. I won't cry at all. 'Cause I know you love me. Yes, I know you love me. Первый показ Volkswagen South of Ukraine Fashion Days открывал Осипов, который у нас уже второй раз. Это для тебя не дебют. Расскажи, пожалуйста, как ты создавал эту коллекцию, потому что, насколько я помню, в прошлый раз у тебя были белые цвета, сейчас у тебя черные цвета. Чем ты вдохновлялся? Ну, вы знаете, во-первых, нужно сказать то, что я привык работать в минимализме, и какие цвета больше подходят, нежели черный и белый. Белый уже был, нужно немножко разнообразить было, поэтому в этот раз, поскольку это еще и, ко всему прочему, зимняя коллекция 15-16 года, я решил сделать ее в пастельных тонах, серых, черных, и добавил для разнообразия морскую волну. Это спортивная коллекция, ну, точнее, casual с полуспортом, вот так вот можно сказать. Ну, я наблюдал такие бирюзовые брови, губы, это... Какой-то просто акцент, чтобы немного, так сказать, оттеняло? Ну, если честно, на самом деле, этот акцент пришел из видео, которое мы снимали для берлинского кинофестиваля с Lost Control Production. Кстати, расскажи о нем поподробнее. Я считаю, что в Украине надо украинскую моду продвигать немножко, по мере развития и возможностей в Европу. И мне предложили сотрудничество очень известный в Одессе продакшн, Lost Control Production, сделать совместно с моей следующей коллекцией такой вот видеоролик, короткометражное, точнее, фэшн-кино, которое будет отправлено в Берлин, в Майами, еще в ряд кинофестивалей. Ну, будем стараться достойно показать Украину на европейском рынке. А что под собой подразумевает эти... Как я понимаю, фестивали какие-то, да, на которых это видео будет презентоваться? Это фестивали короткометражных фильмов, именно связанных с модой. Я понял. Но я думаю, мы посмотрим на это обязательно и посмотрим на твои коллекции еще здесь у нас. И я в очередной раз тебе даю диплом и говорю тебе спасибо за то, что ты был с нами. Спасибо тебе большое.